Добрый день, дорогие друзья! Мы находимся сегодня с вами в Москве на международном традиционном рынке видео и киноконтента. Я представляю свои художественные фильмы Александр Елизарей и кинокомпании «Гранатовый единорог». Свои приключенческие фильмы в стиле городского детектива а-ля Ален Делон, Бельмондо. Но здесь, на этом кинорынке, в этом году очень много гостей из Франции, из Бельгии, из США, не буду врать. Очень много российских представителей. Необычайно интересный рынок. Представлено огромное количество фильмов. Я, в общем-то, счастлив, что побывал на таком мероприятии. Всем салют!